Сәлем достар, бұл Каштанов, менің Каштанов реакшн канала Макош, келдіңіздер. И сегодня у нас будет реакция на такого исполнителя, как Джаман Ти, и трек называется «Ни о чем». Не знаю, что это за исполнитель, по-моему, я его слышал на каком-то сайфере. Тоже у меня была реакция достаточно давно. И я так понимаю, это парень из Казахстана, возможно, казах, возможно, просто он живет в Казахстане, не знаю. Я думаю, сейчас так или иначе по клипу будет понятно. Ребята об этом видео периодически просили в комментариях, так что выполняю вашу просьбу. И вы, если хотите, чтобы я записал реакцию, как говорится, по вашей заявке, пишите комментарии. Ссылки можете не бросать, потому что YouTube их иногда блокирует. Лучше прямо пишите название того или иного произведения или видео, на которое, по вашему мнению, мне стоит записать реакцию. Так или иначе, рано или поздно я это обязательно сделаю. Достар, прежде чем мы приступим, хотел бы сказать, конечно же, Коп Рахмет за то, что подписываетесь на канал. Кто еще не подписался, внизу кнопка. Проходите, прожимайте и не забывайте включать колокольчик уведомления. Также по ссылке в описании можно пройти на мою страничку на платформе Boosty. Там регулярно выходят реакции на различные фильмы и сериалы. Вот прямо сейчас я смотрю сериал «Мир Дикого Запада» уже на третьей серии. Также «Прокурор», опять же третья серия. В Ютубе эта реакция тоже появится, но только через неделю. Иначе, ребят, авторские права. И вообще, почему я выкладываю реакции на какие-то там Boosty, да? Достар, повсюду опять же те же самые пресловутые авторские права, и они не дремлют, моментально видео блокируется, а в самом худшем случае прилетает бан. Нет, это не самый худший случай, это страйк. Бан это еще так, типа более-менее, а вот страйк это уже серьезно. Также здесь есть такая вкладка, которая называется «Все теги». Нажимаете и вниз скроллите, и тут можно по этим тегам найти любое видео, любой фильм, любую реакцию. Вот, пожалуйста, Келинка Сабина, кино по понятиям, Кластастар, Лифт, Ликвидатор, Районы, Бизнесмены. Ребята, все здесь есть. В общем, ссылка в описании. Переходите, подписывайтесь, а мы приступаем. Так. Джаман Ти, ни о чем, да? Ну, давайте посмотрим. Вернее, послушаем. Кетк. Карьер, да, какой-то. Что за район, интересно? Ой, бай, что там за дай? Костюмесим бізге, твай-твай. Қаранам өз братишками кокса. Если есть дела, чё там, приезжай. Я всегда гостеприимный чай. Такой аульский вайб, да? Если надо, угощу, если надо, чё. Ты давай не ленись, нас догоняй. Геморрой, шпит песню, зечи хазал май. Дях, пашет вай-фай, пашет вай-фай. А ты гадай, где я сегодня, в какой же стране я проснулся. Для тебя это хуй знает, а он где царь. Так, ребята, у меня два вопроса. Сколько ему лет? Судя по всему, он такой достаточно возрастной, да? И это у него грилзы или это его зубы? Такие, ну, типа а-ля золото, что ли, или это типа платина. Я не знаю, как там у рэперов модно. Такси на месте, соната хим. Качает. Давай, сыгл, эй, давай, канай. Ты не будешь нам другом, ушел трамвай. Тел камбай, тел камбай. Мутят сосай, мутят сосай. Фитоняшки ему пухи, нет подруги чай. Это те, кому я залетаю, когда есть печаль. Бой, твой шмар, джай, летают за косарь. Это ли не то, ты вопрос задай. Сделай что-нибудь, а потом базар. Ни о чем. Нормально. Ни о чем. Ни о чем. Ни о чем. Ни о чем. Что? Я не делал, не кричал. Ни о чем. Ни о чем. Мой творен бачок это печаль. Так, ребята, я впервые слушаю его.
Тем более, как бы сольно, да? На том сайфере я его, если честно, не помню. Мне интересно, это чисто в клипе, ну, снят аул, да, вот эта вот аульская жизнь, там, говно убирать лопатой. Вот и было бы прикольно, если бы он лопатой это говно на вентилятор бы накидывал, да? Или это, в принципе, там он живет, этим он и живет, и все у него клипы такие. Опять же, я смотрю первый раз, первый его клип. Не знаю, что там будет в других клипах, но, блин, здесь так очень на контрасте, да, то есть рэп крутой, кочевый рэп, стильный, ну, он прям на стиле, да, на своем стиле, и вокруг такой прямо аул-аул, да, контраст. Смешные подростки, сумка Гуччи, да? Сучики как доски, чисто как фанера на концерте твои соски. Ума нет, кот ты, блядь, плоский. Телушки мне пишут, типа, давай по дороге. Максимум получат две полоски. Я пиздец, тип жесткий, кровь, спит конский. Ха-ха, индар отморозки. Шимкен, тен, даун, старин. Шимкен? Чё, как дела, мой инстарин. Хамушину лисен, всем досушу с геймем. У меня завязки там всем. Контракты летят каждый мой день. А ты просто пропал, ебучий олень. Мама, смотри, я на высоте. Чеки в рублях, чеки в тенге. Ни о чём. Вот этот переход прикольный. Ни о чем. Ни о чем. Все твои движухи это джай. Ни о чем. С маленьким барашком в руках. Вот это рэпчик, ребята, да? Вот это рэпчик. Супер стильно, ребята. Ну все, да? Они уходят. Вернее, они остаются в ауле, да? Не знаю, это типа... можно выехать из аула, да? Но аул не выйдет из тебя, да? Ну как-то так, если... Ну, переиначить эту... фразу, эту пословицу. Ну, как бы, шутка, ребята, это была шутка, а вообще я только одного не могу понять, почему здесь всего лишь 154 тысячи просмотров. Вот ставлю лайк, ставлю подписаться. Достар, ссылка на оригинальное видео будет в описании. Кого хоть немножечко качнуло, давайте прожмем, подписаться, поставим лайк. Кто-то пишет, очуметь от Глеба, какой саппорт, спасибо, братцы, очень приятно. Глеба ТВ, понятно. Вон что. Глеба ТВ, кто не в курсе, это реакционер, который живет в Америке. Он тоже казах, и у него там почти миллион просмотров. И он, скорее всего, сделал реакцию, не реакцию, ну, у него реакция, но он реакцию показывает этим америкосам, в общем. И, скорее всего, он это видео показал америкосам, ну, и так или иначе в своей реакции, и поэтому Джаман Ти написал, очуметь от Глеба, какой саппорт, спасибо, братцы, очень приятно. Блин, Достар, давайте, знаете, как сделаем? Всем, кому понравилась эта реакция, кому понравился этот трек и вообще вот эта вся концепция, напишем в комментариях там привет, ну допустим мы с канала Каштанов Реакшн, ну будет прикольно, я думаю, и мне, конечно же, и Джаман Ти, он еще такой скажет, че, какой Каштанов, че, кто это, что за Каштанов, блин. Ну блин, Достар, давайте поддержим Джаман Ти. Круто, ну реально крутой рэп, блин, почему он, ну я так понимаю, нет, ну понятно, рэп такой жесткий андеграунд, прям андеграунд. Ну блин, 154 тысячи просмотров,
вообще ни о чем. Давайте, ребят, поднажмем. Тем более, это ваш земляк из аула, как мы понимаем, да, вообще с глубинки делает такой крутой рэп, идет в ногу со временем, все дела, наумна, вот это вот все. Поэтому, ребята, таких надо жигитов поддерживать, как говорится, да. Тем более, опять же, он ваш земляк, своих, я думаю, вы, как говорится, не бросаете и поддерживаете при любой движухе. А тут, как бы, судя по всему, старается. Нет, вот это вот, где он там с барашком маленьким стоит. Да, блин. Да, ну, вот, ребят, вот оно, эмоции, понимаете? Я не знаю, как у вас, у меня этот клип вызвал исключительно положительные эмоции. Плюс то, что я вообще люблю рэп, люблю вот такой рэп, который качает, который мы сейчас посмотрели. Не только такой, но вот такой в том числе. И поэтому, ребята, ну я не знаю, давайте... Вот, вот тут пишут, кто от Глеба ТВ. Пишите, кто от Каштанова Реакшн. Да. В общем, ребята, как вы поняли, этот клип мне понравился. Джаман Ти в этом клипе мне понравился. Если будет запрос, буду еще записывать реакции на его клипы. По-моему, там еще есть. Я так пока включал, настраивал, посмотрел. Блин, ну круто. Круто, все понравилось. Прямо вообще. Не ожидал. Это всегда интересно, когда ты смотришь кого-то впервые. И у тебя как бы такое ощущение, так, что тут будет, да? Типа круто или не очень, или ты будешь в восторге. Здесь я, наверное, ну не то чтобы в восторге, но здесь было круто. Я не помню, кто меня последний раз прямо в восторг вызывал. А, ну я вспомнил. Прокс Night Vision. Вот тогда у меня был реально восторг, когда я впервые увидел этот клип и трек. Но это вот прям была моя первая эмоция, первая реакция. Она тоже есть где-то на канале, поищите. А здесь, наверное, все круто было, все круто. Ладно, на этом у меня все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на Boosty, где выходят реакции на различные фильмы и сериалы, которые блокируют YouTube. Также можете подписаться на мой Telegram-канал. Там выходят анонсы стримов. Если кто не в курсе, мы сейчас очень плотно смотрим «Побег из аула» второй сезон и «Патруль» шестой сезон скоро будет начинаться. Мы его еще пока не начали. Поэтому, ребята, подписываемся везде, где можно, как говорится, да, где есть Каштанов Реакшн. Все, давайте, всем пока, удачи!